Сегодня у нас очень знаменательный, я бы сказал, выдающийся день в истории нашей национальной культуры. Мы чествуем вас, ваш славный творческий путь. И, наверное, может быть, впервые вот в такой категории искусства, в искусстве инструментальном. Арсен Александрович, вы проделали действительно очень славный путь. Вы один из тех, кто хранит нашу национальную культуру. Вы один из тех, кто не просто продолжает славное дело наших предков, но популяризирует его. Я знаю о том, что у вас очень много последователей, очень много учеников. Я знаю о том, что вас любят в республике. Ваше искусство знают в нашей Калмыкии. Я сегодня, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить вас от всех, от лица всех жителей нашей Калмыкии за ваш славный и такой беззаветный труд. Это действительно труд. На первый взгляд это кажется красивым искусством, но я знаю и слышал о том, каким трудом это достается. И я очень признателен вам за ваше бесценное искусство. От всех жителей республики хотелось бы выразить вам глубокую-глубокую признательность за то, что вы храните наши национальные, народные традиции, за то, что вы продолжаете наше народное калмыцкое искусство. Я хотел бы поблагодарить коллег ваших, ваших родных и близких, кто помогает вам в вашем творческом пути. И, конечно же, пожелать новых творческих успехов. Дорогие друзья, позвольте зачитать указ главы Республики Калмыкия. За выдающиеся заслуги в области культуры и искусства присвоить почетное звание «Народный артист Республики Калмыкия» Шалбурову